Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Мистер Кэт, меня зовут Сигерой Ван, и мы сегодня запускаем The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Ну что ж, давайте попробуем. Так, как видите, разрешение экрана здесь только 3:4, широкоформатного вообще нет, и я не знаю, ну может можно с помощью каких-то патчей, но мне не было времени разбираться, и мне кажется, такого нет. В самом-то деле, но если есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что ж, давайте старт новой игры и посмотрим, что он собой представляет. Ага, выберите вашу родину, друзья. Империя Тамриэль. Господи, тут все. И Моровин, друзья. И Скайрим. И Саммерсет, ну это неофициально. И Империал... Провинция, то есть это Обливион, вот это вот, это Скайрим, Моровинд, вот это вот непонятно, еще какие-то владения, и возможно, друзья, возможно, мне кажется, даже невозможно, так оно и будет, что какая-то новая часть, ну какая, The Elder Scrolls 6, будет именно одна из этих провинций. Так что, что вы думаете об этом, обязательно напишите в комментариях, и если у вас есть какие-то догадки, тоже пишите, но мне действительно кажется, что это реально будет какая-то из этих вот провинций. Black Marsh какой-то. Ладно, давайте выберем, откуда я буду. Скайрим, Моровинд, ну, я не знаю, вот давайте вот это вот, Хих-Рок выберем. Бретонцы родины... Ага, то есть бретонцы. Ну, бретонцы-то, по-моему, как раз... Бретонцами я играю в Скайриме. У него огромное сопротивление к магии, друзья. Вы часть высокого светлого народа. Честно говоря, видно не очень много. Так что, друзья, прочитайте быстренько. Я погнал дальше. Да. Ага, пол расы. Мэйл. Так, что бы вы хотели... Выбрать свой класс из списка заранее созданных или создать свой собственный класс. Определить класс своего персонажа, ответив на тест из 10 вопросов. То есть точно такая же система у нас была, мы все помним, в Моровинде. Там тоже с помощью этих тестов мы как бы можем самостоятельно выбрать, или же с помощью определенных тестов как бы программа автоматически выбирает, кем мы будем играть. Нет, я все же попробую свой выбрать. Ну что тут, маг, стелс, что? Стелс-ворды, воины, не-не-не-не-не, боевой маг, колдун, лекарь, бесконечно на хилки можно на себя кидать, вау, колдун-лекарь и Найтблейд, что это такое? Найтблейды используют свою магическую возможность как... Своих условий. Вау. Короче, нет. Нет. Боевой маг. Нет, друзья, если я сейчас начну все читать, это реально превратится в какое-то мучение. Так что я сейчас хочу посмотреть хотя бы список. Лекарь. Бард. Взломщик. Тот же вор. Жулик. Ну, видимо, жулик, наверное, обладает какими-то манипуляциями с торговлей, знаете, там. Акробат. Вор. То есть у нас тут взломщик и вор. Это, то есть все распределено намного больше пунктов разных. Ассасин. Убийца. Монк. Что такое монк? Да. Взломщик, монк, честно говоря, не совсем понял. Лучник, эгерь, егерь, варвар, воин, рыцарь и свой. Какой-то свой можно выбрать? Не, давайте выберем пока что-нибудь такое вот. Варвар, чисто такой воин. Да, я беру варвар, это воины. Пришедшие из стран с суровым климатом. Ну, стопудово они пришли с Скайрима, наверное. Да, я беру варвара и поехали дальше.
Так, тут что-то не переведено, и мы можем выбрать два пункта. Блин. Я не знаю. Давайте первый. Ага, ваша репутация изменилась следующим образом. Простолюдины не изменилось, купцы не изменилось, ученые знать, преступный мир. Ага. Ну, ладно, я думал, обратно вернусь. Ну, ладненько, ребят, давайте я сейчас себя назову Сагиру или нет. Давайте. Мистер Кот. Да, вот так вот. Да, окей. Ага, здесь мы выбираем себе персонажа. Вот такого дяденьку какого-то Люса. Ну, у нас варвар суровый такой должен быть, я тут видел. Ну, выбор не сильно большой, но есть. Вот, одноглазый такой вот. С повязочкой. Не знаю, мне один. Вот такой вот усатик с красными волосами. Отличненько. Дальше. СТР. Инт. Ну, это интеллект. Вилл, не знаю. Агей. Энд. Пэр. Господи, что это все означает? Луц. Лаки? Это удача, что ли? Да ладно. Наверное, это удача. Ну, я предполагаю. Так, СТР, может, это жизни? Ага, тут можно еще как-то распределить. 72. Вот, давайте вот так вот сделаем. И я себе, как всегда, на удачу. Если это, конечно, удача, накликаю. Вот, 62. Едем дальше. Едем дальше, друзья. Так, тупое оружие, длинные клинки и МПР какой-то. И здесь, как мы видим, можно выбирать и распределить еще пункты. Ну, какое оружие будет более эффективное. Тупое это, скорее всего, какие-то дубины, какие-то молоты, длинные клинки это мечи. Давайте все же мечи прокачаем. Да, пускай по максимуму будет. Дальше у нас прыжки, бег и плавание. Бег. Давайте бег, чтобы бегали очень-очень быстро. 27. И дальше. Медик. Скалолаз. Скалолаз. Что это означает? По скалам можно лазить, что ли? Уворачивание. Критический удар. Стрелок и гигант. Гигант. Что бы это имелось в виду? Ну что ж, я хочу поставить уворачивание. Чем больше уворачивания, тем меньше по нам попадают. Наверное, это так, а может и нет, но будем пробовать. Ладно. Так, рефлексы игрока определяют скорость игры в целом. Если вы выберете очень высокий уровень рефлексов, монстры будут двигаться и атаковать весьма быстро. Ага. Опережая ваши действия, очень низкий уровень рефлексов означает, что монстры будут двигаться и атаковать медленно, позволяя вам определяться. Ну, то есть, это как бы режимы сложности игры. Если мы включим вот такой вот, это будет супер сложный. Сложный, средний режим, легкий и very low. Это самый легкий. Я не знаю. Давайте выберем вот такой вот средний уровень и попробуем немножечко в него поиграть. Все. Так. Окей. И тут какая-то такая история. 400 years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close in the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion. One indomitable power hides itself, but not forever. Наверное, вкратце какая-то история. Вау. Вау, это дракон. Как бы отсылка, что вскоре в будущем будет Skyrim. Excuse the gloom.
but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him. Так, ребят, даже титров нет, так что я, блин, переводить не могу. With a spectral Все, army, я не выдержу, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Наверное, он рассказывает, как сейчас сурово и плохо. Perhaps you can find the answer. Мы нуждаемся в герое. And close the marble jaws of oblivion, настоящем bringing герое. Peace to his soul. Который сможет I ask this as your emperor. Навести порядок в империи. Так, все, поехали дальше. Ну что ж, проснувшись, вы огляделись по сторонам, на сколько часов назад вы были на корабле, ага, направляющемся в Даггерфолл, но внезапно шторм. Сила. Так, ладно. Так, в Даггерфолле есть обучающий режим. Конечно, хочу. Да, да. Так, уровень 1. Первая вещь, с которой вы захотите познакомиться, да? А, поэкспериментировать. Перемещение вашего персонажа. Не волнуйтесь. Ну, это, в принципе, понятно. Так что... Опа-па. Что-то непонятное. Ага, друзья. Вот так вот я могу перемещаться. Так, у меня такое ощущение, что музыка и эффекты слишком громкие, друзья. Я их сделаю тише. И вот так вот. По-любому были громкие, потому что, наверное, меня не слышали. Ну что ж, вот так вот можно перемещаться. И я еще знаю, знаете что? Что можно вот так вот с помощью мышки вращать и идти. Или... Ага. Ладно, урок номер 2. Перед походом в глубины пиратского схрона вы наверняка захотите вооружиться. Достаточно либо кликнуть на иконку с мышкой инвентаря и нажать кнопочку F5 или F6. F6, наверное. Т-т-т-т-т-т, кнопку F. Раз, 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 раз. Ладно. Оп. Ага. Это у меня кулачок. И, кстати, если вы будете нажимать, оно не будет работать. На самом-то деле, система такова, что вы нажимаете правую кнопку и махаете. Самое интересное, что вроде бы я должен бить кулаком. Ага. В эту сторону я бью, если махаю. Тут еще разные удары. То есть, смотрите, если я вверх махаю, то получается такой вот удар ногой. Если я махаю слева направо, то это кулачок. Если слева направо, то это нога, опять же. Только есть нога вот такая вот боком, есть ровно. А если наскосок как-то... Ух ты, смотрите. Вау! Апперкот! Ничего себе, тут еще как махнешь, и так будет. Вау! Так, чтобы обнажить ваше оружие, клинки и на иконке со стрящими... Кнопку F. Ладно. Будем разбираться. Вот так вот, что тут у нас? О, смотрите, это мы, это вот такой вот прикидик у нас, амулеты, браслеты, кольца, наручи, значки, камни какие-то, и здесь, ага, инфо, магические вещи, вот какая-то книга, предметы, одеть, использовать, выкинуть, не, нисколько.
Ноль. У меня и денег, наверное, ноль. Ну вот смотрите, у нас есть... А как? Нельзя использовать? Да ладно. Опять же нельзя использовать. Я ничего не пойму. Да не хочу ничего выбрасывать. Одеть. Ага, то есть тут нужно соответствующую иконку нажать, и вот мы одели вот такой вот, или палку, или огромный двуручный меч, ой, меч, топор. Опять же, нам нужно, наверное, инфо. Почему я перчатки не могу одеть? Железные перчатки, плюс 3 к уровню защиты. Хм, вес 1,25 килограмм. Одеть. Ваш класс запрещает одевать это. Обалдеть, мы еще не можем все одеть. Ага, ну щит могу. Но единственное, если я щит одеваю, то моя дубина пропадает. Ой-ой, это что у нас? Тоже запрещает. И это тоже запрещает. Ладно, у нас есть дубина и погнали. Ну-ка, мужичок. Вот такая вот. А ну махни. На. На. Вот так вот. Вперед. Ага, тут, кстати, буковка S. Это убрать оружие, поставить кулак. Также я знаю, тут есть кнопочка D. Она нас заставляет присесть. Ну что, друзья, давайте пойдем посмотрим, что тут и как. Тут такой вот костерчик. Ой-ой, ой-ой-ой. Чё это он так медленно начал двигаться? Я что, подгорел? Не, я не хочу подгорать-то. Так, вставай, друг. И пойдем. Ну, что ж. Вот такая вот локация. Вау. Так, ушки. Что это у нас? Оп. Что за звуки? Так, урок четвертый. В комнате за дверью находится гигантская крыса. Давайте-ка попробуем убить ее. Ну давайте, давайте попробуем. Тякишки. Я уже, честно говоря, пробовал и знаю одно, что вот бить крыс нужно обязательно нам присесть, потому что сверху мне почему-то он не попадает. Это дверь? Ага, да, вот такая вот дверка. Ну что ж, крыска, где ты тут? Где ты, моя маленькая? Ага, ступеньки наверх. Не пойму. А, вот она. Ой-ой-ой, крыса, на. Получай. Вот так. На. На. Давай. Ничего себе, таким огромным молотом я еще не могу попасть. Тут тоже, как в Моровинде, наверное, есть промахи определенные. Ага, пусто. В крысы у нас пусто. Ну ладно. Так, и что тут на нас? Тут ничего нет. Ладненько. Вот, что это такое? Это у нас... Это у нас... Ага, смотрите, тут есть золото. Вы нашли 23 золота. Отлично. Дальше у нас какой-то амулетик и... Тоже что-то непонятное. Так, а где же смотреть все вещи? Я, например, хочу амулет одеть. Магические вещи. Вот, что это? Могу я одеть тебя, а? Это ж амулет. Это реально как амулет, но почему-то я не пойму, как он одевается. И вообще, как он используется. Инфо. Бинты мумии. Составные. Стоимость 40 золота. Ну, это можно продать или что-то сделать с него. Священная реликвия. Составные. Новая. Стоимость 400 золотых. Вес 0,50 килограмм. Ну, видимо, одеть я его не могу. Ладно, хорошо. Одеть не могу, пойдемте дальше. Так, и что тут у нас... Ага, там ничего, там пусто. Интересно, факел можно взять? А, нет. Факел нельзя брать. Ладно, может, просто не знаю, как он брать. Ну что ж, тут у нас ступенечки. Вот так вот мы поднялись наверх. Ага,
У нас тут опять крыски. Где она пищит-то? А что это такое? А, это ж показывает мне идти туда или... Это вот просто вперед, чтобы я крестик нажимал, можно чисто мышкой. Ага, кстати, довольно удобненько. Ой, смотрите. Можно чисто мышкой вот так вот довольно комфортно играть. Ну, конечно, нужно привыкнуть, потому что очень непривычно. Ой, не-не-не, все-таки я крестиком буду. Так, огромная локация. Так, урок номер 5. В комнате с крысой на черном алтаре лежит немного сокровищ. Ага, это, скорее всего, те сокровища, которые я уже забрал. Подойдите поближе и кликните на них. Это автоматически откроет вам инвентарь. Все, что находится в кучке, находится в правом столбце вашего инвентаря. Да, я это уже понял. Хорошо. У вас есть два режима на выбор: снарядить или переместить. Кликните на них. Теперь, когда вы кликните на... Ну, ладно, это, в принципе, все понятно. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой! Что это за летучая мышь-то на меня надвигается-то? А ну иди сюда. Не может пролететь. Получай. На. Получи. Получи. Так, на самый эффективный способ. Дайте пилюлей. Ага, не там так. Есть летучая мышь. Хорошо. Так, тут у нас какая-то дверка. Я не хочу туда. Я не хочу туда идти. Там какие-то страшные звуки. Так, теперь самое время сохранить игру. Естественно, если вы не в разгаре боя, нажмите клавишу Escape и кликните «Сохранить игру». Двойной щелчок на пустой рамке, и это сохранит вашу игру. Так, сейчас. Не знаю, что это за страшные звуки. Ну, вроде бы все спокойно. Поблизости враг. Хорошо. Хорошо. Так. А тут у нас враг есть? Да, кто же поблизости враг? Блин. Ага, тут мышки начались. Отлично. Ага. Ой-ой-ой. 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 Где-то все везде пищат. Где она пищит? Вообще непонятно. Так, урок номер 7. Если ваш персонаж может вызвать заклинания, попробуйте использовать их против следующих монстров. Нажмите кнопку Escape для вызова меню заклинаний. Escape. Ага. Заклинание. Выберите шок двойным щелчком. Хорошо. Так. Escape. Так, это у нас сохранение. Ладно. Есть. Вау. Это у нас контроль. Пробел. Блин, тут столько всего. А это что? Какие-то режимы дополнительные. Маус. Ага, это настройка мышки. То есть тут можно еще настроить игру именно под себя, так что не пугайтесь насчет управления. Скорее всего, это можно все простить. Ну, честно говоря, насчет магии я так и не понял. Может, вот это вот какое-то отдельное меню? Которое позволит мне кастовать магию? Ага, нифига. Я что-то не понял, как магию кастовать-то. Фулл скрин. Не-не-не, это просто
Почему там escape? Или я что-то неправильно понял? Наверное, что-то неправильно понял. Ну ладно. Ребятки, давайте вызовем все же оружие и отправимся дальше. Можно спуститься вниз, а можно идти дальше. Я все же пойду дальше. Встань-ка, друг, встань-ка. Ванька, встань-ка. Так, и что? Ага, вот, вот наша мышка. Наверное, это она кричала. Нет, нет, это не то. Получай. Давай. Ого. Есть. Так, кстати, тут у нас красное это здоровье. Или зеленое это здоровье. Надо еще определить. Ну, тут у нас есть костер, и мы можем отдыхать. Сколько отдыхать? Ага. А что еще можно делать? Ага, тут мы... Хорошо чувствую. То есть, второй пункт, мы просто отдыхаем, и все здоровье у нас восстанавливается. Замечательно просто. Просто замечательно. Можно сразу сохраниться, да, перезапись, и отправимся дальше. Блин, ступеньки такие резкие, знаете, что чуть бы носом. Не, ну, что ж мы хотим. Игра вообще-то очень старенькая, и это вполне нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут какой-то воин. Вы посмотрите. Иди сюда, друг. На. На. А вот так вот. Иди сюда. Получай. Ха-ха-ха. На. Гладиатор какой-то с мечом. Нужно обязательно забрать его меч. На. Лежит. Готов. Ладно. Пойдемте. Как говорится, заберем. Мышь. Где ты бегаешь? Так, и что же у него? У него, кстати, сабля есть. Вау, мы сразу такие... А это что? Не знаю, что это такое. Вот, сапоги. Взяли. Так, предметы. Это одежда и прочее. Что это был за звук-то? Скарабей. Составное. То есть, ну, скорее всего, это для крафта какого-то. А, смотрите, я еще шлем забрал. Ага, тут сразу показывается защита 3. Тут защита 3 на сапогах. И меч. Меч, сабля. Ну, насколько я помню, у меня есть, друзья. У меня есть... А, может, тут магию можно как-то выбрать? Использовать? Нет заклинаний в моем книге магии. Ладно, я понял. Вот, смотрите, у меня же щит и... Нельзя использовать? Да ладно. Как так-то? У меня ж в принципе... А вот нельзя, друзья. С этим мечом я не могу использовать его. А, стойте, одеть. Могу я неправильно юзать. Вот, у нас теперь есть меч и щит. Неплохо. Очень неплохо и достойно. Вот такой вот мечик у нас появился. Кончик. Ладно. Где-то находятся мыши и... Куда? Можно пойти, в принципе, в эту дверцу. Ну-ка. О, господи. О, господи, какая-то огромная локация, друзья. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что же у нас тут? Вау. Так, тут у нас пусто. Ага, мышка. Мышка летит. Иди сюда, малышка. Мышка, наружка, так. Получай. Давайте вот так. Или вот так. А не, я просто, наверное, далеко стою. Ближе. На. Есть. Неплохо. Справились. И отправляемся дальше. Так, и как же можно тут выйти? Ага, тут еще одна дверь какая-то. Но я хочу подняться вот на эти огромные ступени. Там какой-то страшный звук. О, господи! Вот кто это кричал-то! Какой-то скелет сумасшедший! Получай! На! На! Махай, друг! Махай! Давай, бей его! Скелет-воин умер! Есть! Так, давайте заберем трофеи, друзья. 4 золота.
И у него какие-то мечи. Так, я все же хочу посмотреть инфо. Так, 1.8. 3.12. Я хочу это одеть. Подождите. 3.12 и все? Вот этот вот меч. А, стойте, вот это же надо посмотреть. 4.18. Нет, я хочу одеть этот меч. Все. Есть. Мы взяли более мощный меч. И давайте отдохнем. Восстановим всю силу. Видимо, он сидел там на троне. Такой вот важный, знаете. Я сижу тут и жду, пока за мной придут. И что же дальше? Куда же дальше? Ага, мы можем подняться выше. Мы, друзья, можем подняться выше. Или же... сесть на трон. Ага, балалайку, ты сядешь на трон? Ладно. Можно пройтись еще по локации и посмотреть, что там. Там еще какие-то двери, но я хочу выбраться. Так что отправляемся быстренько наверх. Что это такое? Вот эти звуки мне вообще не нравятся. Жуткие, страшные. Знаете, сохранюсь, наверное, друзья, а то сейчас накостыляют люлей. Ладненько, а ну пойдем. Ой-ой-ой, это кто такая? Какая-то девочка. Ай, ай-яй-яй, получай. Все, готовая. А как мне посмотреть ее лук-то? Нужно нагнуться. Подойти. Ой, под ёбочку посмотрели-то. Ну, ладно. Ну что ж, у нее тоже какой-то меч огромнейший. Ничего себе. Вау, мы одели какую-то защиту еще на руку. Или это наплечник, и непонятно. Так, и давайте посмотрим, что же я взял. Я взял какой-то тяжелый меч. Я хочу его найти, посмотреть, что он из себя представляет. Какой у них дамаг. Это вот этот 1.8, 4.18, 1.12, не-не-не, слушайте, 4.18 лучше, я все же одену его. Да. И, кстати, наверное, шлемы автоматически одеваются самые мощные, да? Или нет? Потому что странно, что этот оделся меч, а он не самый мощный, как бы, я так думаю. Вот, если инфо посмотреть, то здесь плюс 3 к уровню защиты. А, ну тут тоже плюс 1 к уровню защиты. Нет. Ребятки, я хочу этот. Я хочу этот. Так, ну что, друг? Блин, вот эти вот страшные звуки. И мне кажется, сейчас будет какой-то серьезный такой махач поблизости враги. Хорошо. Сохранимся. Хорошо, что хоть можно сохраняться. Тишина. Какой-то саркофаг. Что там? Что? Не могу я смотреть, да, что там внутри. К сожалению, не позволяет мне анимация сделать этого. Ну, наверное, там пусто. Ладно. Пусто так пусто. Пойдемте дальше. Ну, тут сейчас будет мышка-нарушка. Я думаю, с ней справлюсь вообще без проблем. Иди сюда, малышка. Вот такой удар. Вот такой. Ух ты. Вы знаете, оно все же успело меня ударить. Ладно. Едем дальше. Ой, смотрите, какая свечечка такая вот сидит. Как будто она тут все высветит. Идем дальше. И что же у нас тут, друзья? А, дверь. Господи, я уже думал, тут тупик какой-то. Нет, не тупик. Все хорошо. Противников нет. И давайте я, наверное, сохранюсь. Враги поблизости, ну, замечательно, что не поблизости, буду почаще сохраняться, и пойдемте. Господи, что это такое? Это бес. О, бес умер. Быстро. Вообще нереально быстро. Что у него есть? У него лут какой-то есть? Я не пойму. Видимо, нет никакого лута у него вообще. Какой-то алтарь. Посмотрите. Свечечки, знаете, вот это вот все.
Где-то дверца открылась. Так, друзья, тут у нас какая-то библиотека. И можно ли что-то собрать? А что у нас там? Я не понял. Что это? Смотрите. А тут у нас 20 монеток. Хм, вот так вот их спрятали-то. Интересненько. Так, в этих штуках ничего нет. Ну да ладно. Я могу или направо, или налево пойду. Пойду все же направо. Ага, друзья. То есть мы вышли, и я теперь могу упасть, потому что я там вот поднимался. Все понятно. Все ясно, понятно. Но только непонятно, почему тут ничего нет. Это мне не сильно понятно. Ладно, отправимся дальше. Так, дверь на себя. Не понял. Вообще не понял. Тишина. И какая-то просто... Это что такое? Шутка разработчиков? То есть, друзья, тут не так-то просто выйти еще. Вау. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кто меня бьет? А, это мышка. Это крыса. Типа показывает. Хорошо, хорошо, я понял, что это крыша. Крыса, но... Ага, пусто. Вообще непонятно, откуда она пробежала. Но, видимо, тут где-то есть дверь. Ах, да. Как, ах, да? Я вообще-то оттуда пришел. Там не может быть ничего, никаких новых локаций. А, нет, стойте. Я же пришел с этой локации, а в эту дверь не заходил. Странно, что мышка закрыла за собой дверь-то. Суровые звуки какие-то. Они, по-моему, доносятся с этой комнаты. Давайте-ка сохранимся. Что это? Это медведь какой-то. Нифига себе. Вот это да. Пусто. Мишка. Что он тут забыл-то? И что тут за локация? А, смотрите. Хм, ничего нет. Просто, я не знаю, нахожу какие-то пустые локации, в которых ничего, просто-напросто ничего нет. Ладно, давайте опустимся немножечко ниже. Видимо, есть какая-то дверь для выхода. То есть здесь сделали больше, знаете, таких вот лабиринтов каких-то. И чтобы выбраться, я не знаю даже, куда нужно идти. Что это такое? Почему я застрял? Может, просто из-за того, что я не могу... У-у-у! Какой быстрый спуск-то! Да, тут даже не поймешь, что это горка, вы посмотрите! Ладно. Куда нам нужно? Нам вот сюда. Тут у нас мышки наружки, так что давайте пригнемся. Какой-то огонек такой вот горит. Ой, привет. Привет, подружка. Я вообще ее как-то быстро убиваю с таким крутым оружием, наверное. Но! Получай! Есть! Пусто. Пусто, пусто, пусто. Так, тут у нас какие-то сундучки. Интересно, какой-то лут в них есть. Хм. Пусто. Пусто, пусто, пусто. Хотя странно. Мне казалось, знаете, это как в Моровинде. В каждом из таких вот коробочков должно было быть что-то интересное. Но нет. Ой, знаете что? Давайте, наверное... Поблизости враги. Сохраниться не могу. Ну, точнее, выздороветь. Ага. Друзья. А мы тут? Мы тут уже были. То есть, начинаются какие-то лабиринты. Ну что ж, я, в принципе, знаю, где я не был еще. И я сейчас туда отправлюсь. Потому что как-то странно. Вот, вот здесь мы не были, например. В эту дверь я не входил. Давайте зайдем. Ой-ой-ой. Не-н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 е. Подожди, парень. Поблизости враги. Он что, за мной бежит, что ли? Нет, я тогда... Ну, слышите, враги есть. Они везде, они кричат. И... давайте я выздоровлю. Давай-давай, дружок. Все. Что это? Ребята, у нас новый уровень. Инвентарь. История... Так, сила, ага, и вот таким вот образом мы поднимаем силу,
Конечно же, силу. Мы же воины, могучие воины. Так, подняли силу и... Стоп, а почему мне не восстановилось здоровье? Может, видимо, когда поднимается уровень, оно не восстанавливается? Так, и, конечно же, я сохранюсь. Конечно, хочу сохраниться-то. Ну-ка. И давайте отправимся в эту локацию, потому что мне кажется, что-то там огромное, мощное. Вы слышите, как оно кричит? Так. Это Мишка! А, нет. Фух. Ну, такой уж и сильный. Ну, не знаю, что это еще кричит. Мне кажется, тут по-любому будет какой-то босс. Ага. Ступеньки. А, нет, это не ступеньки. Это какая-то странная комната. Это странная комната тупик. Очень странная. Вы посмотрите. Опять тупик, друзья? Я не понял. Вот это да. Тут не так уж и просто выбраться с этой локации-то. Ого. Я уже начинаю как-то напрягаться. Так, знаете, где я не был? Я, по-моему, не зашел вот сюда. Может, тут где-то разработчики спрятали дверцу. Ах, да. Да, друзья. Ха-ха. Давай. Ну, ого. Есть. Поехали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Обалдеть. И куда идти? Жесть, друзья. Просто жесть. Тут непонятно, куда нужно идти. Но тут у нас тупик. Давайте тогда держаться правой стороны. И отправлюсь чисто по правой стороне. Говорится, если не хочешь заблудиться, держись правой стороны. Вот, правой, правой. Ух ты! Нифига себе! Ого! Друзья! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Получай! На! На! Так, мы на правильном пути. Тут выскочило сразу два противника, и я все забираю. Лук, монетки. Защита какая-то все понадевалась на меня. Ага. То есть там пусто. Или же мы просто-напросто взяли сразу весь лут, который можно было взять. Ой, смотрите, эти ребятки просто сидели в таких вот маленьких комнатушечках, в которых ничего нет. Ничего. Господи, мне так хочется выйти и посмотреть, что же творится снаружи. Но для начала, друзья, нам бы желательно отдохнуть. Поблизости враги. Враги, господи, я хоть за час могу выбраться с этого Даггерфолла, с этой непонятной локации-то. Так, может, если я отправлюсь вот сюда? Да, здесь можно отдохнуть, и мы восстановим сейчас себе здоровье. Отличненько, также можно сохраниться. Да там же. Порядок. И я все же хочу одеть свою старый шмот-то. Это дубина. Инфо 1.12. Нет, меч мне больше нравился. 1.12. И вот. 4.18, наверное, самое мощное оружие. Пока что у меня есть. Защиту мы тоже оденем. Защита 6, нет, вот эта защита, в принципе, пускай стоит. А вот я хочу одеть... вот он. Одевай. И где мой щит? Где мой щит? Вперед. Вперед и в бой. Сохраняем. Так, давайте продолжать. Ага, вот, достали. Двигаемся опять правой стороны. Ага, ступенечки наверх. Наверх, наверх, еще выше. Ого. Ого, друзья. Мы поднялись достаточно высоко. Опять огромная локация-то. Ага, по-моему, я тут уже был. Помните эти ступеньки? Ну, надеюсь, это та локация. Просто мы вышли с какой-то другой стороны и поднимаем. Продолжаем подниматься. В любом случае, это верный способ.
выбраться, скорее всего, нам нужно двигаться все выше и выше, чтобы мы выбрались с этого какого-то подземелья. Не пойму. За мной что, кто-то гонится? Нет, никто не гонится. Блин, такие звуки постоянные. Как будто сейчас, вот. На меня кто-то нападет? Нет, в эту дверь я не хочу сходить. Не хочу. Мне почему-то кажется, что нужно двигаться вот прямо. Да, мы поднимаемся все выше и выше. На пути у нас тут опять мышки-нарушки. Получай. Вот так вот. Самое эффективное это вперед лезвием. Жалом, точнее, бить. И мы, как говорится, буквально каждый второй удар на нас попадает. И он очень эффективный. А это что у нас такое? Какой-то диско-шар. Господи, кто это так орёт? Ага, диско-шар работает. Давайте-ка я сохранюсь-то. Ладненько. Ну, это девочка. Получай. Вообще изи. Так, у него можно какой-то бухло взять. Блин, опять. Вот щит. Вот щит очень даже такой достойный. Щит очень хороший. Ну, я все же возьму. Все равно, давайте инфо посмотрим, что это у нас. 3.12. Не-не-не-не-не. Одеть. Вот наш меч. И я какой-то щит нашел, друзья. И, скорее всего, он будет покруче. Да, защита 4, а тут защита 2. А тут один. Нет, этот круче. Что за дела-то? Я же думал, тот, знаете, какой-то такой металлический. Ну, как будто, блин, кто-то рвет, как резанный-то. Что это? Как какие-то мусорные баки. Честное слово. А-а-а, друзья, это камера пыток. Это реально камера пыток. Видите, сделали как будто тут кровь, вот это все. Ладно, ну пойдемте сразимся. Кто это тут так кричит? А это скелетик. На, получай, гад. Ого, у него какая-то такая крутая. Ого, видите, что он как бы рассыпается, но держится. Очень серьезный противник. Наверное, самый мощный, кого я только ловил. Вау. Это какая-то, наверное, реликвия. Видите, оно так светится. Золотишко. Больше нет места, друзья. Ха. Инфо. 2.15. Господи. Давайте вот это вот уберем. Вот это вот тоже. Перчатки я не могу носить. Беру. Уберу. А вот это вот возьму. Я его взял же? Где оно? Вот инфо. Где этот топорик-то? Вот он. Инфо. 2.15, друзья. 2.15, а мой меч бьет 4.19. 4.18. Не, он все равно круче. Я все равно одену его. Да. Пойдемте дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то меня затягивает эта игра. Хотел поиграть всего лишь полчасика. Чисто первый запуск, а уже 50 минут. Так, что тут за корешки-то? Так, если есть корешки, это значит, мы практически выбрались. Значит, где-то наверху уже деревья растут. И как бы нам рассказывает, и разработчики намекают, что вот, ты почти добрался, друг, но опять тупик. Может, нужно в клетку залезть, и тебя как-то телепортируют с этого ужасного места наружу-то? Нет? Видимо, нет, ладно. Давайте искать тогда... Блин, а где же искать-то выход? Вот это да. Вот это здорово. Так, я хочу выздороветь. Кстати, надо подождать. Надо быть терпеливым орлом. Так, я лучше сохранюсь. И я должен начинать заново. Не очень хотелось бы. Ладно.
Опять эти крики, и говорит о том, что противников тут просто ну нифига себе сколько. Только не говорите мне, что мне сейчас придется опускаться вниз. Не-не-не-не-не. Я надеюсь, что с помощью вот этой дверцы мы отправимся куда-то дальше. И вот он, скелетик. Иди сюда, малыш. Я готов. На, получи. Вот такой удар. Вот такой, на. Колище, колище, да. Развалился, малыш. Так, пригнись-ка. Заберем это, а это все уже брать не буду. Нет, 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 я уже стал переборчивый. Переборчивый, но, друзья, и все. Обалдеть. Это печалик. Знаете почему? Да потому что я не знаю, куда дальше идти. Я-то думал, чем выше я поднимаюсь и как бы быстрее выберусь, но нет. Как бы локация сказала нам, что все, парень, ты пришел, и дальше как бы прохода нет. Это говорит только об одном, что нужно теперь опять опускаться в самый низ. И искать там проход, или я просто не увидел дверь, которая ведет на свободу-то. Какая-то камера пыток. И, блин, неужели я действительно не увидел ничего? Там же у нас никакого люка нет. Да нету никакого люка. Странно. Нельзя разбить, а? Какой-то глазик, монетка, диалоги. Блин, нельзя разбить. Может, можно, знаете, есть такая кнопочка. Нет. Которая, по-моему, ставит вместо оружия кулак. Или его убирает. Может, ногой надо как-то разбить. Не, ну мне кажется, тут бы как-то писалось бы. Или тут нужно что-то нажать. Вот это да. Еще не так-то просто выбраться отсюда. Вообще не просто. Ну-ка. Получится, не получится. Блин, действительно, я еще читал описание, что да, начать-то можно, но не так-то просто еще выбраться. Блин, да ладно. Я прям чувствую, что выход где-то здесь. Я практически уже добрался до него. Но разработчики говорят о другом. Хм. Интересно, интересно, конечно, все это, но... И странно, конечно. Ладно, давайте уже будем, наверное, сейчас закругляться. Я сейчас еще спущусь вниз. Ну, почему-то мне вообще не кажется, что... Да, там еще как минимум несколько проходов, которые я не пошел. И почему-то я был уверен, что именно если я буду двигаться наверх, то это правильно, но нет. Оказывается, нет, не все так просто, как оно кажется. Да, вот у нас опять мы слышим мышек, и это значит, что где-то есть еще какие-то локации. Где-то они совсем рядышком, они пересекаются, просто мы за стенку от них. И что-то мы не нашли. Ага, ну вот эта локация. Вот она, да. Да. Где вы? Вот, начали. И тут и мышки, и... Получай. На. На. Бес. Тут мышка, вот я вижу, летучая. Это ты тут кричала, да? Получай. Ты что такое не могу попасть-то? Ну прекращай. Ничего себе, ну какой-то ворон. Все? По-моему, да, снизу. Тут еще снизу вот эта вот мышка. На! Получай! Готово. Так, я тут увидел какой-то череп. Его взять можно? Нет, его взять нельзя. Ха. Может, знаете, это как какая-то ручка. Ты подходишь так, череп прокручиваешь, и открывается какая-то тайная дверь. Так, тут у нас какой-то крест. А это что? Это какой-то трон или что-то в этом роде. Какая-то тряпочка синенькая. И что это у нас? Это тоже какая-то декорация, друзья.
Урок восьмой. Примите мои поздравления. Вы выбрались из тартового подземелья. Есть! Есть! За час, друзья, за час я выбрался пиратского схрона. Думаю, вы хотели бы знать, что делать дальше. То, что вам нужно, это город. В городах достаточно сервисов, которые могут вам понадобиться по ходу игры. Давайте-ка попробуем режим быстрого перемещения. Быстрое перемещение вызывается нажатием кнопочки С. Ага. Регион, который вы хотели, Даггерфолл. Да, хорошо, ладно. Вау, друзья! Вау, мы выбрались! Тут у нас птички поют. Ха-ха-ха! Какое-то все красное. Или сейчас ночь? Вот он какой! Вот он какой огромнейший открытый мир прошлого. То есть у нас на заднем фоне вот такие вот локации подгружаются. Что это такое? Блин, мой микрофон упал. А это что такое? Ну-ка. Я не пойму, почему я не могу его ударить. Ага, и тут открылась огромная карта, друзья. Видимо, это перемещение по локациям. Только вот где я нахожусь? Подземелья, храмы, дома, города. Где я? А где ты? Вау. Выход. Я не пойму, и что, я могу просто-напросто туда отправиться? Можно увеличить. Очень интересно, друзья. И что-то не сильно понятно. А, это зима. Это типа, знаете, холодно, снег. Вау, как сурово все. Как все сурово. Ну ладненько, друзья. Давайте сейчас немножечко выхиляюсь. И вот мы... Ой, смотрите, день. Ха-ха-ха. Да, это зима. Это старенькая РПГ. И говорят, что здесь просто невероятная... Огромнейшее владение, где можно путешествовать. Это намного больше Скайрима, Обливиона и Морвинда вместе взятых. Вы представляете себе? Просто представьте себе эту локацию. Ладно, друзья, все, я буду сохраняться и все. С вами был канал Мистер Кэт, меня зовут Герой Иван. Если понравилось, ставьте лайк, порекомендуйте это видео друзьям и комментируйте. Я буду очень рад. Все, это канал Мистер Кэт, меня зовут Герой Иван. Всем пока. Вот это да.